Тож, друзі, зустрічайте в нашій студії Кирило Фомченко, конструктор першої невідкладної допомоги, співзасновник організації UNICEF, анестезіолог обласної клінічної лікарні імені Мечника, інструктор британської організації. Доброго вам ранку. Доброго утра. Я не одна сьогодні, якщо ви бачите. Біля мене діти сидять і Аня. Пане Кирило, давайте почнемо з того сюжету, який ми щойно переглянули. Що там було сказано вірно, де люди все ж таки помилялись з першої допомоги? Да, спасибо за вопрос. Всім доброго утра. Я услышал ряд мнений, і среди них я услышал часто встречающиеся ошибки, которые совершают люди при оказании помощи. То есть люди, как правило, делятся на несколько категорий. Те, которые не будут ничего делать в экстренной ситуации, те, которые будут делать что-то самоуверенно, но неправильно. И третья категория – это те люди, которые прошли специальные курсы и действуют осторожно, но верно. Среди тех мнений, которые я услышал, была часто встречающаяся ошибка. Например, один парень сказал, что при эпилептическом припадке главное сделать так, чтобы пострадавший не проглотил язык. На самом деле это миф, которому больше, наверное, 30 лет. Его пытаются развенчать, наверное, все медики, читающие современную литературу, активно с этим борются. Частный случай – эпилепсия. Говорю всем, кто нас сейчас смотрит, если вы видите приступ судорог у человека рядом с вами, ни в коем случае не пытайтесь засунуть ему руки в рот. Все, что может быть сломано, будет сломано, потому что давление челюстей около 70 кг на квадратный сантиметр. Если там будут ваши руки, вам их повредят. Вот. Плюс ко всему, вытащить язык так, чтобы человек дышал при приступе эпилепсии, в принципе, невозможно. Поэтому все, что вы можете сделать по современным рекомендациям, это максимально быстро положить под голову человеку мягкую, что-то мягкое. Это может быть ваша куртка, это может быть часть его одежды, пакет с какими-то мягкими вещами. И после того, как судороги закончатся, уложить его в положение на боку, пока он не придет в себя. Это вся помощь при эпилептическом приступе. Что касается остальных мнений по поводу остановки кровотечения, да, люди называют интуитивно правильные вещи. Если вы видите кровотечение, нужно приложить давление на место, откуда течет. Желательно это сделать через как минимум полиэтиленовый пакет, если у вас, конечно, нет с собой перчаток и вы не готовились к подобным ситуациям. Прямое давление на рану, вызов помощи, дожидаться помощи в таком положении. Если вы не знаете, как оказывать помощь, но у вас есть внутренняя уверенность, что вы можете освоить эти знания, вам нужно их получить на соответствующих курсах. Взагалі, скажіть, будь ласка, що таке перша невідкладна лікарська допомога, предлікарська допомога? І дайте визначення взагалі цьому поняттю і що до цього відноситься. Що треба робити? Спасибо за вопрос. Перша невідкладна допомога – це те, що робите ви, ми в бытовій ситуації. Я врач, но я не на рабочем месте, я на улице, я где-то на празднике, на дні рождения, и вот кому-то стало плохо. Я вызвал помощь. И это время, этот интервал времени, пока помощь идет, вы должны что-то сделать, чтобы улучшить прогноз или спасти человека от смерти. Вот, собственно, этот комплекс мероприятий называется неотложной доврачебной помощью. В интервал времени, пока едут медики. Чи є якісь стани такі, які можна науково визначити і не зробити гірше? Смотрите. Як вони класифікуються між собою? Какой-либо известной мне классификации неотложных состояний на этапах доврачебной помощи, в принципе, нет. Я могу перечислить основные из них, борьбе с которыми обучают на занятиях по всему миру. В Европе, в США, у нас. Остановка сердечной деятельности, нарушение проходимости дыхательных путей, нарушение сознания, кровотечение, ожог. Тепловой удар, тяжелая аллергическая реакция. Вот основные проблемы, с которыми вы можете столкнуться в быту. Извлечение из поврежденного автомобиля при ДТП. Как правильно это сделать, как не усугубить травму. Всему этому обучают на соответствующих курсах. И да, на это нужно потратить время, и нужно осмыслить это и сделать это руками хотя бы один раз в два года.
Угу. А наскільки є важливим знання, щоб надавати таку першу допомогу, і чи дають такі знання наразі в школі? Ну, чи це просто курси, на які потрібно спрямовано йти? Я вас понял. Ну, половина вашего вопроса носит риторический характер, насколько так. они важны. Я думаю, что все телезрители и присутствующие здесь понимают, что это крайне важно. Есть ряд знаний, которые можно получить за очень короткое время, и эффективность этой теории будет высокой. Я сейчас приведу пример, успешный пример этого внедрения. Но для большого комплекса мероприятий нужна теоретическая подготовка, осмысление и отработка на соответствующих манекенах, вот на тех, которые примерно здесь в студии. Короткий пример, европейский пример, где-то 5 лет назад они его применили, и я считаю, успешно применили. Если вы войдете в YouTube и забьете в поиск фамилию Винни Джонс, я думаю, что многие знают, это британский актер, так вот он снялся в видеоролике для британской ассоциации сердца, в котором он за 2 минуты, даже меньше, минута 44 секунды, рассказывает, как выполнять массаж сердца без искусственной вентиляции. Угу. И благодаря этому ролику спасены десятки жизней, доказано спасены десятки жизней по всему миру. Действия очень просты. Вы можете после этого репортажа сами посмотреть этот ролик. Винни Джонс, SLR или CPR. Увидеть количество просмотров и понять, насколько просто и эффективно можно действовать в экстренной ситуации. Но этот пример, скорее всего, является исключением. Большую часть навыков нужно отработать, пропустить через себя и запомнить на механическом уровне. Примерно так. Угу. Ви не прийшли до студії не один. І не з пустими, не з порожніми руками. Так, не з порожніми руками. Розкажіть, по-перше, що це за унікальні манекени, тому що вони... Незвичайні. Якісь, вони незвичайні просто. І що в цій аптечці, чи що це? Спасибо за вопрос. Да, это часть сім'ї Лайердал, так назвали їх производители. Это маленька Анна. Это ее заводское имя. У малыша имени, к сожалению, нет, он просто малыш. И на этих манекенах вот уже 5 лет мы обучаем людей отработке навыков по массажу сердца и искусственной вентиляции легких. То, что необходимо делать при остановке сердца. Угу. Маленькая Анна помогает отрабатывать массаж. Это имитация взрослого человека, ну, взрослой женщины, так можно сказать. Угу. Ничего страшного не будет, если я расстегну куртку. Здесь вы можете увидеть два электрода. Они наклеены в правильных местах. Угу. И эти наклейки подключаются вот к этому маленькому прибору. Называется он AED или AED. У нас и расшифровывается это как наружный внешний дефибриллятор, автоматический наружный дефибриллятор. Это именно то устройство, которое в случае необходимости дает разряд в несколько тысяч вольт и запускает остановившееся сердце. Эти приборы в идеале, я думаю, что в будущем, в недалеком будущем, появятся во всех общественных местах в нашей стране. Сейчас они есть в ряде школ, в ряде офисов. Я знаю, что такой прибор есть на ЖД вокзале Киева, в Бориспольском аэропорту. Эти приборы реально спасают жизнь. Они запускают остановившиеся сердца. Малыш помогает отработать навыки спасения при остановке сердца и при попадании инородных тел в дыхательные пути. Есть специальный алгоритм, который помогает спасти ребенка, который что-то себе засунул в нос или в рот, и этот предмет стал блокирующим и прекратил его нормальное дыхание. Вот что это за предметы. Угу. А скільки, якщо на секрет, скільки ви вже займаєтесь цією діяльністю, скільки ви навчаєте людей рятувати людей? Я займаюся цим вже 5 лет. 5 років. Я встретив групу єдиномишленників, які допомогли сформувати з цього ефективний курс. Ми перейняли опыт заграничних колег, ми були на багатьох курсах і за рубежом, і у нас в країні. Курс основан
За основу взят британский курс EFR, Emergency First Response. Вот. Но мы, естественно, добавили в него свою душу. И сейчас это называется по-другому, это называется UNISAFE. Угу. 5 лет мы уже работаем в этом направлении, обучили более 1000 человек. И можно, наверное, похвастаться сейчас. Часть людей, которые прошли наш курс, действительно спасли, кого-то спасли уже. У нас есть эта информация, с нами наши курсанты этим делятся. И это, наверное, самая большая благодарность за то, что мы делаем спасенные жизни. Угу. А чи були, можливо, питання буде некоректне, проте все ж таки, чи були у вас, конкретно у вас випадки, коли ви рятували життя? Ну, во-первых, это часть моей профессиональной деятельности. Я работаю в больнице Мечникова, я врач-анестезиолог. Я понял вопрос, то есть происходило ли что-либо за пределами моего рабочего места? Да, происходило. Я оказывал помощь как в легких случаях, когда человек просто терял сознание в аптеке. Это был тепловой удар, это было несложно, и тяжесть состояния была небольшой. Но также я оказывал помощь, и при тяжелых ситуациях я оказывал помощь около 2 лет назад молодому человеку, которого сбил автомобиль. Я проезжал мимо, не мог пройти, естественно. Вот, и мы вместе с полицией, я хочу высказать благодарность тем ребятам, которые помогали, оказывали неотложные мероприятия до приезда скорой на месте ДТП. Угу. Это факт. Парня удалось спасти. Он прошел через интенсивную терапию. Вот. Ну, этот факт имеет место. Угу. И, дозвольте, еще одно питание. Воно дуже, скажем так, потребує вашої думки, тому що на даний момент не тільки в нашому місті, всій Україні, можливо, навіть і в більшості частин світу, є такі випадки, коли людина проходить мимо, лежить людина, від неї тхне, я вбачаюсь, перегаром, да. Вона в алкогольному сп'янінні, можливо, вона навіть вона не знає, де вона живе, можливо, вона взагалі не живе просто на вулиці. Як буде в таких випадках? Чи підходити до цієї людини, намагатися її піднімати, чи як? Просто як? Тому що більшість людей просто, вони дійсно проходять мимо. Я ну, це понял. Факт. Я вас поняла. Спасибо за вопрос. І, кстати, от, ну, ви задали один із тих вопросів, які задають на наших курсах постійно. Це один із розпространених вопросів. Я відповім на нього. Представьте себе ситуацию. Пятница, у вас была тяжелая неделя, вы решили расслабиться с друзьями или с семьей, и вы выпили просто бокал пива. Вы пьете один бокал пива в пятницу. Все, вы не покупаете себе ящик пива, один бокал. И вы решили выйти за водой, потому что у вас закончилась питьевая вода. Вы вышли в супермаркет или в ближайший ларек, киоск, и на вас напали. Вас ударили тяжелым предметом по голове, вы потеряли сознание. И вот уже вы не тот респектабельный человек, да, о котором все знают, вы живете в обычном районе нашего города, вы знаете, что у нас есть не очень благополучные районы. Вы лежите на земле, у вас вымазана одежда, у вас запах спиртного изо рта, потому что вы выпили бутылку пива или бокал пива, и люди проходят мимо, вы без сознания. Вот такая ситуация. Я всем говорю на наших курсах, запах алкоголя изо рта не должен вас вводить в заблуждение. Это не обязательно человек, для которого это норма и который просто спит вот здесь. Вполне возможно, это один из вас, который просто решил отдохнуть и попал в такую ситуацию. Поэтому запах алкоголя не должен смущать ни оказывающих помощь, ни медиков. Нужно оказывать помощь в полном объеме, потому что у человека с запахом алкоголя может быть гематома внутри головы, которая требует срочной операции, у него может быть гематома вследствие инсульта, у него может быть низкий сахар в крови, потому что он диабетик, и сахар резко упал, он потерял сознание. Существует несколько десятков причин, которые могут нарушить сознание человека внезапно. Если при этом будет запах алкоголя, это будет вводить людей в заблуждение. Этого не должно быть.
Вот ответ на ваш вопрос. Друзі, відповідь на це питання, просто не будьте байдужими і переконайтеся, чого ж все-таки людина лежить на траві або десь в якомусь іншому місці. Друзі, хочеться нагадати, що всі в нашій студії був Кирило Фомченко, інструктор першої невідкладної допомоги, співзасновник організації UNICEF, анестезіолог обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Дякуємо. Спасибо. Дякуємо.